Мы приехали на дачу. Смотрите, в Москве снега нет, а здесь уже лежит снежок. Причем, в отличие от Москвы, здесь он беленький. У нас был старый разрушенный такой забор. Уже доски прогнили. Вот сейчас поменяли на новый. А вот эту сосну сажала я. И смотрите, какая она уже выросла большая. А вот эту сосну нам посадила белка. И смотрите, тоже уже какая выросла огромная. В этом году я работала маляром на даче. Я покрасила эту решеточку. Я покрасила весь этот заборчик. Краска была Акватекс. По-моему, Акватекс имбирь называлась. Смотрите, сосульки появились, образовались, но, наверное, они растают. На следующей неделе обещают уже потепление плюс 5 градусов, поэтому от них, наверное, ничего не останется. Так, а мне надо сходить в хозблок и посмотреть, где у нас новогодние игрушки, потому что в доме мы их почему-то не нашли. Здесь у нас веранда выходит на северную сторону, ну, на северо-восток, наверное. И у нас, когда жарко, здесь очень хорошо, комфортно, потому что мы сначала хотели сделать веранду на южную сторону, это туда. Но у тех, у кого веранда на южную сторону, они там фактически летом не бывают, потому что очень жарко. А здесь у нас хозблок. Хозблок у нас здесь и дровяник. Потому что, в принципе, мы топим баню. И раньше, когда у нас не было газового отопления, мы топили печку. У нас печь-камин. Но потом я покажу, как это у нас выглядит. А вот под этой елкой я находила и в этом году, и в прошлом году белые грибы. Такая елка-труженица. А это у нас ива. В принципе, она, мне кажется, у нас тихонько загибается. Но мы пока ее не убираем. Может быть, поправится она у нас, вырастет. А это здесь у нас западная сторона. И посмотрите, какие большие сосульки. Если на восточной стороне они совсем были маленькие, то здесь у нас всегда и снег лежит весной. То есть приезжаешь, везде снег растаял, а здесь прям буквально сугроб лежит. Вот этот заборчик красила я. Я такая молодец. Ну, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. У нас вот здесь росла ива хорошая, но потом она то ли заболела, то ли зимой ее морозом прибила. И вот от корней она дала побеги. Мы несколько оставили, и смотрите, вот она поднимается вверх. Уже формируется центральный ствол. Вот такая у нас небольшая баня. Надо цветочек убрать. Я купила в Икее искусственную герань. И вешаю. Вот так поливать не нужно. Вот ива с другой стороны. Но будем надеяться, что она приживется. Я даже, в принципе, уверена, что она приживется. Вот этой елочке у нас где-то лет 12, наверное. И сейчас покажу. У нас здесь водятся белки. Они, видимо, разносят шишки. И у нас в этом году я обнаружила еще две маленьких елочки. Сейчас покажу. Они вот тут у нас растут. Около хозблока. Вот одна елочка малютка. А вот ее подружка. Ну, в общем, нужно определиться с местом и их пересадить. Пока еще не знаю куда. Сейчас пойду снимать на веранде старые шторы, уберу старую скатерть осеннюю и будем делать с вами новогоднюю композицию. Ну, не композицию, а новые шторы, новую скатерть, новую посуду, новогоднее именно все. А что из этого получится, вы увидите.